совершил против них еще одно преступление, которое стало известно как битва Аль-Хара, в которой было убито немало сподвижников. Правление Езида не было долгим, всего 4 года, затем он покинул этот мир. И так было с каждым, кто когда-то обидел Аль-Хусейна или участвовал в его убийстве, или был доволен его убийством. Все они были наказаны Всевышним Аллахом. В книгах истории упоминается, что один из жителей Куфы пришел к людям и стал поносить перед ними Аль-Хусейна, и в тот же момент Аллах лишил его зрения. Другой же человек бронил Аль-Хусейна, а когда пришел к себе домой, то Аллах лишил его рассудка. Да проклянет Аллах того, кто убил Аль-Хусейна, мир ему, кто участвовал в его убийстве и кто был доволен его убийством. Дорогие зрители, однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах, и приветствует, поднялся на минбар, откуда стал наставлять людей, обучать сподвижников и повторять им то, о чем он мечтает. «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, мне хочется сражаться на пути Аллаха, затем быть убитым, затем снова сражаться и снова быть убитым, затем снова сражаться и снова быть убитым». Вот эта мечта, и как же прекрасна эта мечта. Об этом мечтал дед Аль-Хусейна, и эта мечта осуществилась для Аль-Хусейна в Карбале. Да, Аль-Хусейн умер шахидом и поднялся к своему Господу счастливым. Послушайте, как посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, описывает высокое положение и достоинство человека, погибшего на пути Аллаха. Он говорит, поистине, погибшему на пути Аллаха будет даровано 6 достоинств. Ему простятся его грехи, он будет находиться в безопасности от мучений могилы и будет находиться в безопасности в день суда. На него наденут корону величия. Яхонт, в котором прекраснее этого мира и всего, что в нем есть. И он сможет заступиться за 70 членов своей семьи и получит жены 72 гурий. Все эти достоинства будут дарованы погибшему на пути Аллаха. После того, как мы узнали об этом, давайте зададимся вопросом, понес ли убыток Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, когда был убит на земле Карбалы, или же он получил прибыль? Если мы скажем, что он понес убыток, то мы опровергнем слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А если скажем, что получил прибыль и преуспел, то оплакивают ли того, кто получил прибыль, и печалятся ли о том, кто преуспел? Поистине, почтением Аллаха по отношению к Аль-Хусейну является то, что он покинул этот мир шахидом, и Аллах почтил его смертью на пути Аллаха, как он почтил этим Умара и Али, как почтил Хамзу и Джафара. Именно так мы должны относиться к гибели Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах. Так зачем же бить и колотить себя? Зачем причитать и делать то, что является запретным в нашей религии? Послушайте, что сказал Всевышний Аллах о тех, кто погиб на его пути. «Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа». بل أحياء عند ربهم يرزقون. О Господь наш, каково их положение? Радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Да, Аль-Хусейн получил в награду рай, ширина которого равна ширине небес и земли, уготованного для богобоязненных. И мы с убежденностью говорим, что Аль-Хусейн, мир ему, сейчас находится вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками. Как же прекрасны его спутники! Да, Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, был убит, что было большим горем для всей общины. Он, да будет доволен им Аллах, погиб на пути Аллаха, и Всевышний Аллах принял его к себе. Несмотря на то, что это было горем, это случилось только с позволения Аллаха, ведь любая беда постигает нас только с позволения Аллаха.
Глаза плачут, сердце печалится, но верующий говорит только то, чем доволен Аллах. Которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Мы не говорим ничего, кроме того, что вызывает довольство Аллаха. Да, мы не бьем себя по лицу, не разрываем на себе одежду, не рвем волосы, не оскорбляем и не проклинаем. Напротив, мы проявляем терпение, надеясь на награду Аллаха, ведь нас ждет встреча с Аллахом. Да, горе огромное, но до Аль-Хусейна умер его дедушка, самый лучший из всех творений, Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует, что было самым большим горем для мусульман. И до него был вероломно убит его отец, Али ибн Абу Талиб, Абу Аль-Хасан, которого любил Аллах и его посланник. И вот Аль-Хусейн тоже присоединился к каравану мучеников. Проявляйте терпение, о мусульмане, и надейтесь на награду от Всевышнего Аллаха. Просим Аллаха, чтобы Он собрал нас вместе с Аль-Хусейном в райских садах. Аль-Хусейн, мир ему, пожертвовал своей жизнью, чтобы объединить мусульман, а не разделить их. Имам Аль-Хусейн не желал разделить эту общину или расколоть ее, напротив, он хотел объединить ее на истине, выступая против несправедливости. Потому что Всевышний Аллах повелел этой общине придерживаться единства. Что произошло, то произошло. Что случилось, то случилось, и это было предопределено Всевышним Господом. Этот народ уже ушел в прошлое. Они получат то, что они заслужили, а вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о том, что они совершали. Нам же было велено следовать слову Всевышнего Аллаха. Крепко держитесь за верь в Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Мы объединяемся на любви к роду посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и на любви к его сподвижникам, и никогда не разделяемся. И если бы Аль-Хусейн сейчас был среди нас, то он повелел бы нам сплотиться и быть едиными, подобно одной руке, перед любым нашим врагом, чтобы вызвать гнев у всех наших врагов, объединившись на единобожии и любви к сподвижникам посланника Аллаха, и на любви к его чистому и благому роду, да благословит его Аллах и приветствует. Так поступил Аль-Хусейн, и этого он хотел от нас, да будет доволен им Аллах и сделает его довольным. Дорогие зрители, поистине Аль-Хусейн, мир ему, не нуждается в поднятии лозунгов или сочинении стихов. Хватит повторять поэмы и распевать жалобные нашиды. Тот, кто действительно любит Аль-Хусейна, пусть искренне следует сунне и откажется от всех видов новшеств. Дорогие братья и сестры, вот мы и дошли до конца одного из красивейших жизнеописаний, жизнеописания имама Аль-Хусейна, мир ему, наполненного исключительным героизмом, самопожертвованием и отдачей. Мы дошли до конца, но с позволения Аллаха, каждого, кто полюбил Аль-Хусейна и последовал путем его деда, да благословит его Аллах и приветствует, ждет еще встреча в райских садах. Да хранит вас Аллах! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. زلزلي يا عرض أمطري يا سماء لقد مات الحسين ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر ركبك أياما أملا والحب له صور منها هنا السلام عليك أيها الحسين وبيننا وبينك 14 قرنا السلام عليك يوم ولد ويوم قتل ويوم تبعث حيا ساروا في ركبك أياما أملا والحب له صور وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر وخرجتني
حيث تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر وخرجت لتحيي أمتك.